Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрицы в теле». Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры, вместе ведем блог по похудению. Немножко мы уже похудели. Да, худеем дальше. Девчата, мы сейчас сделали зубы. Мы сейчас вам вставим ее, покажем. Ну да, в конце ролика. Да. А Кристина заболела, оказывается. Я думаю, почему у меня такое плохое самочувствие во время зумбы? Ага. Сопли градом, горло болит. Пришла ко мне, одела куртку, сидит. Я говорю, тебе что, холодно? Ко мне так жарко дома. Такая, я говорю, ты, ну, я заболела. Нет, не заболела. И не хотела градусник мерить, представляешь? Потому что я, наверное, невротик, или как это называется. Если вижу, что у меня температура, я сразу же нервничаю, мне кажется, что я умру. Вот такая паника. Я, Андрей, один раз видел, как у меня была паника, когда больше 37,5 поднялась. Я бегала по комнатам и кричала, что, наверное, сейчас умру. А как отслеживать, знать? Нужно пить тогда лекарства, другие. Если не плохо, я просто пью какие-нибудь таблетки вот от вируса или еще что-то, ложусь спать и не смотрю, вообще не смотрю, какая у меня температура, чтобы не расстраиваться. И проходит день, два, три, и все, мне потом хорошо становится, и я не знаю, с какой температурой я болею. Потому что мне тогда все валится из рук, вот она мне померила все. Я уже начала, я не умру, и все такое. А 37,4. Обычно мужчины так делают, да? Да. Я умираю. Тут 39, стоишь, полы моешь. Нет. Ты же сама такая. Так я сегодня делала дома котлеты. Вот приехала, мы же заявки принимали. Я приехала, хотела максимально снимать, хотели распродажу. Но поделали зубы. Девчата, не будем делать сегодня. И девчонки, знаете, я... Пусть она отоспится день-два, а то сейчас опять начнет принимать заявки. Не, просто я думаю, из-за того, что мне надо же ответить, я буду опять ночь следующей. Просто видите, получилось, мы с воскресенья на понедельник поехали ночью, мысли путаются. Там... практически не спали. И вот так каждый день пошло, что мы на следующий день мы в 6 утра снимали уже видео. И мы проснулись в 4. Опять я не спала. И вот так вот каждый день. И, видимо, организм что-то это дал сбой какой-то. А, девчата, мы хотим поздравить ваших мужей. Да. И, вообще, если кто-то из наших подписчиков мальчики. Мальчики, которые нас тюленчиками называют. Ваших деток. Вас поздравляют. Родители, всех мужчин с праздником. Да. Растите большими и здоровыми, сильными. Это к детям. Накачанными, а не толстенькими. Да, мужчина, если худеет, то у вам хороших мышц. И тот мальчик, который писал, когда мы сказали про его сало с пивом или там самогоном, он перестал нам писать, обиделся. Ну вот. Пожалуйста, мы вас тоже поздравляем, пишите нам дальше. Всех-всех-всех с праздником. Девчата, вы уж извините, не будет распродажи. Ну, во вторник будет, как всегда, распродажа в конце ролика очень длинная. Потому что мы не распродали сегодня, и в понедельник будет большой выбор курток на распродажу. Ну, и все только... заказики, которые с основной продажи, мы все собрали и ждем, когда заработает почта. В субботу и все отправим. Да. Все как положено. Чеки, трек-номер для отслеживания, все получите. Вот. Девчули, да, вот тут Мария напишет. Привет, мне срочно надо кому-то похвастаться. Я уже минус 14 килограмм. О, молодец. За 9 месяцев была 92,4. Испугалась, что скоро 100 килограмм. И вот, 78 килограмм. Килограмм сейчас. Счастлива и горда. Вера в себя вернулась. Девочки, я вас смотрю всегда. Вы очень простые и добрые. Молодец, мы очень рады. Спасибо за большое. Тебя. Мы вообще рады всегда, когда кого-то что-то получается. Мечты сбываются. Да, девочки. Мечты, молодец, бывают так долго, да, не приходят, но они потом все равно... Если быть очень упертым, то все равно эта мечта сбудется. Да. Пускай очень медленно, пускай на всю жизнь идет эта мечта, но она все равно потом будет хорошо. Да, потом сбудется. Антонина Антошкина напишет. Тонечка, привет. Тонечка, привет. А у нас сейчас такие дорогие огурцы, просто капец. Девочки, а у вас какие, как сколько они сейчас стоят? Да, сейчас что-то жуткие огурцы. Даже в магните я смотрю, за 300 есть, за 280. Самая маленькая цена я видела за 220. У меня, главное, пекинская капуста возле дома по 80 рублей, а огурцы привезли почти по 300, 295, что ли. Странно, помидоры даже дешевле вот у нас. Я за 260 видела помидоры, а огурцы вот по 300.
И болгарский перец почти по 300, даже зеленый. Но просто удивительно, что я купила пекинскую капусту и хотела пожарить с яичницей, и мне такой вкус показался горький. Так может это из-за твоей простуды? Нет, не сегодня. Я выкинула эту яичницу потом. Может из-за яйца, может быть из-за капусты самой. Я ничего не поняла, выбросила все. Потому что я подумала, что отрава какая-то. Понятно. Думаю, отравлюсь, и муж отравится, и все. И думаю, хотела салат ему на работу положить, думаю, все отравятся. А сейчас уже думаю, может, это вкус изменился из-за простуды, кто его знает. Капуста, Людмила пишет, задерживает воду. Нужно ее есть утром или в обед. Ну, вот эта капуста квашеная, которую я вот ела. Девчата, да! Я уже на эти отеки привыкла, что теперь у нее есть. Я вчера огурцы соленые хотела порезать с лучком, с маслом растительным. Ночью поесть. Да, вечером, потом да? Думаю, сегодня 23 февраля, я буду с такими мешками, опухшая, луком воняет вообще. Ну, ладно, не буду. Облизнулась. Еще и в гости идти там. Да, облизнулась. Всех поздравлять. И не стала. Такой вонищей. Да, если напухшая вообще. Вонищей, выхлоп такой, глаза на веки вот такие натекли. Да. Скажу, кто Миш... это пришел? Пчелы покусать. Кто это к нам пришел? Вот Раиса спрашивает, девочки, получается у вас худеть? Получается. Ну, вопрос мы, конечно, не поняли. Мы тут полтора года вроде пытаемся худеть. Ну, может, она результаты хотела посмотреть. Ну, за полтора года чуть-чуть получилось. Ну, даже полтора уже. Нет, в сентябре. А, да, вот ровно полтора года. Девочки, самое сейчас главное, хоть не набрала. Сейчас второй скачок будет. Сейчас, подождите, будет второй скачок, и к лету еще десяток точно уберется. Главное, хоть не набрала, девчата. Я раньше легче худеть. По 10 килограммов в год набирала. Причем очень легко и просто. И я не могла уже назад ничего вернуть и сделать. Антонина тоже пишет. Молодец, Светик, я тоже пюреху хочу. До обеда можно все. Да-да-да. А тортики можно. А Светлана сегодня тортик отвезла бабушке, ну, маме с папой. Такой вкусный. Ты там хоть не ела его? Такой вкусный. Знаете, какой а купила? А ты его сняла? Нет. А девочки все просят все. Три шоколада. Он, знаете, весь в креме. И вот такой вот бисквитик. Вот такой. Ну, что такое сейчас хитрое благо? Вот такой бисквитик как... и вот столько крема шоколадного. Там три разных шоколада. Так, он как суфле. Ты как маньяк разговариваешь. Он такой, как будто мороженое ешь. Можешь часами рассказывать про этот торт. Просто объедение, он такой нежный, вкусный. Но я маленький кусочек съела. Да сейчас кто тебе поверит? Ну, грамм 100. Мы же теперь... Ты бы хотя бы сняла, сколько ты съела? Да я что-то не подумала. Это как-то не подумала, что снять. Как девочки рассказывают, шуршала шоколадка, смотрела фильм, очнулась, уже две шоколадки нету, да? Абстракция да какая-то. Да мы с мамой заболтались там. Я нам концерт показывал, танцы всякие. Папа сидел, мы разговаривали. Я что-то вылетела из головы снять. Ну, девчаточки, да. Будем прощаться. Вам хорошо отметить. Расскажите потом, что вы съели, что да, вы выпили. Да, напишите. Там, многие мне девочки пишут, что я буду есть торт и буду пить шампанское. Конечно. Расскажите все, как вы погуляли. И что подарили мужьям. Мне очень интересно. Ну все. Помимо трусов и носков. Не, мужу-то сделала подарок. Она сейчас пойдет. А завтра он сказал, мне купи все равно еще новые трусы. Блин, Андрюха обидится, если я опять тут буду это рассказывать. Я могу вырезать. Нет, не надо вырезать. Ничего не надо вырезать. Девочки сказали, не надо ничего вырезать. Ну ладно. Все рассказывайте. Ну, девчоночки, все. Пока, хорошего дня всем. Пока-пока. Пока-пока.
На завтрак у меня 250 грамм ризотто с овощами. Ну, вернее, это или может быть плов с овощами называется. Ну, вегетарианский плов. Короче говоря, это просто рис с овощами тушеные. Сюда я добавила 1 чайную ложку масла растительного, когда обжарила кабачки вначале. Туда еще добавила болгарский перец, пекинскую капусту, много зелени и 58 грамм всего риса. Также жареное 1 яйцо и 58 грамм авокадо. На десерт буду есть 1 небольшой персик, 102 грамма. В обед я буду есть овсяной блин, а начинка – половинка болгарского перца, 50 грамм куриного мяса, полпомидора и базилик. На ужин я буду есть тушеные овощи и яйцо. А овощи – баклажан, кабачок, болгарский перец, лук, чеснок. You win, that's not the point.